Ребята, мы находимся в джунглях. Если эти дома еще стоят на ровной поверхности от дороги, то вот те дома, которые находятся вот там наверху, находятся уже в джунглях. На самом деле это не доезжает до Сан-Франциско. В такой охраняемой зоне находится парк. Здесь вот дорожки наверх, дома стоят прямо на склонах. Такая вот парковка здесь организована. Высокие деревья. Просто лесной массив, в котором, в принципе, даже солнца-то особенно и нету. Высокие секвойи. Не представляю, как здесь люди живут. Просто не представляю. Тем не менее, здесь дорогущие эти машины вообще. Каены, Мерседесы и Тойоты. Я так понял, это Порш. Вот. И вот здесь у них мэл расположен. Постамат. Табличка видео surveillance. This area is under video surveillance. Вообще просто. Я был в Сан-Франциско, но я не видел, как люди живут недалеко от Сан-Франциско в таком парке. Мы когда сюда заехали, мы просто очумели. Здесь такая разница высоты. Для того, чтобы тут на машинах ездить. Узкие дороги. Да и дороги-то нельзя назвать дорожки, наверное. Асфальт. И везде здесь на горах. Вон там девушка что-то пишет. Занимается лесным хозяйством. Короче, это а-ля Таиланд какой-то. Такая вон секвойя. Ну вот здесь лестница идет наверх. И вон можно туда дальше идти. Очуметь. Я просто, конечно, Америка, что вы хотите. И тут люди тоже живут, как говорил один персонаж из фильма. Вообще, конечно, да. Очень интересно. Все очень интересно. Все настолько интересно. Прям можно диву даться. Вот здесь вот вход наверх. Потом поднимаешься. И туда вот наверх, получается, четырех- или трехэтажный дом стоит. Вот там вот канатная дорога, с помощью которой лесники спускают ветки от деревьев.